В одиночку лутал днем. Если они на, если они на тебя наступят. О, оторвался, слава богу. Пергам куча. А их там нам... вообще убить нельзя, да? А, вот. Они резаются, да, резаются. Ты дерешься? С них чипы выпадают. А, вот их нужно убивать. Кто-то так. Ползает. Зомби ползает. Не зомби, а, этот бич. Блядь, вот вижу, справа, справа ходит. А ну, бля, бандитов. Боже, подбирали, да? Так, я тихонько так в полуприсед сейчас иду. Я тоже полуприсед. Или лучше ползком? Нет. Я полуприсед, я к входу подхожу. Я вот сейчас потихоньку из елок выхожу, там два придурка на меня смотрят. Ваня? Так, а я вас вообще не вижу. Ну уже ползу. Но я мне еще так вижу. А, вон я вижу! Ползет! Как он тебя мог спалить? Это невозможно. Я когда вижу, там ползет, но это кажется или Хоризон, или это монстр. Не, это монстр. Блять. Да. Так, я вроде. Я... За мной этот бич ползет. Он меня спалил, за мной ползет, прикинь. А, значит. Это он за тобой ползет, я вижу, там, да, ползет какой-то, ну, в сторону лагеря. Там их ходит. Не знаю, я подхожу к лагерю, а их, они меня тоже со всех сторон здесь ходят. Ё-моё. Вообще, тут нужно на автобусе приезжать с пулемета, надо гасить. А ну. Нам бы... Слушай, надо было на ландровере, короче, приехать. И все поставить вот. Там же пулемета нету. Был бы пулемет. Ё-моё. Так, я уже близко к этому. Меня он не видит. Вообще пиздец. Сначала было мало, потом вот зарезали. Ё-моё, он прям на меня наступил, прикинь. Из угла выходит и на меня наступил. И давай мне бить. Я вижу, бежит за кем-то кто-то, бежит за кем-то. Что делать? Я вижу, Хоризон бежит. За ним. Бля, да к чему он творит, ну? Я только заползать, он из угла на меня бабах. Сука, там еще спереди, блядь. Так, я сейчас попробую через дерево пройти, там, ну, обвальное дерево, блин. Тут еще один. Ой-ой-ой-ой, как плохо. Блин, я жду, пока один пройдет, чтобы там пройти через дерево. Давай, проходи, да. Проходи. Я так же ждаю, короче. А, я вижу, Егор, я слева тебя. Я слева тебя на полотенце хожу. Да. Там в главный ход заползал. Тут прям на тебя шел один чувак, и тебя не заметил. Пуле. А вот он. Я прям сзади чувака надо, чтобы не спалить. Нифига. А вообще стелс-экшн, блядь. Так, я нашел сломанный забор, сейчас вхожу тихонько. Сломанный забор нашел. Егор, видишь, я тут захожу тоже вот спереди тебя. Да чё ты ебала, их озвучил. Вот, обстрижение можно было. Как это обстрижение? А вот стрижение. Какое стрижение? Шлакоблоки, тут шлакоблоки, рация. Да, рация нихуя, бери. Рация нашел, да, рацию. Общаться будешь, блядь. Какой за место... Не, нахуй, не бери. За место пистолета? Да, за место пистолета бери. Тут трупы какие-то резиновые лежат. Потом транквилизатор еще найдешь. Так нужно транквилизаторы. Тут реально трупы какие-то резиновые нахуй лежат. Блядь. Ебать, что не зовут. Егор, я там проверял, там шлакоблока два зарисовался. И рацию, я взял рацию. О-о-о. Тут заходит, сука. Ну, бля, прикиньте, они крутые, трогают. Нет, ты что ползет один? Вообще. Не-не-не, вон, прям возле меня, сука. А кто на картах ползает? Это я на карточке. Зачем? Они не видят.
Вот этот мудак прям на меня ползет, сука, я сбок, а он на меня ползет. И они меня опять задрали. Гум. Блин, меня опять вся рама спалила. А как можно проверить этот ящик? Не могу. Никак. Его разбить вроде. А, иди ты нахрен, я не буду разбивать. Шмаляй в него. Не беги сюда, я там сдох. За мной пять мутантов. Так, тут мясо помешано. Бля, прикольно. Да вы задрали, я первый транс вот там, сейчас не могу. Так, там вижу, газировка лежит, что-то там еще лежит. Что там лежит? Я правильно взял донор, захожу, и тут они высокие. Слышь, Epic Bolts мини ВХ. Тут я нашел два чипа. Два Epic Bolts и транквилизатор какой-то. Один. Бери мини ВХ и транквилизаторы. Я нашел, да, два мини ВХ и транквилизатор один. Чип. Два мини ВХ патроны, что ли? Я не знаю, это может чип, это как чип. А нет, это патронов. Это... Epic Bolts мини ВХ, две штуки. И да, это патроны, транквилизаторы. Транквилизатор — это патроны для арбалета. Да, и те мини ВХ тоже. На типа мне сам арбалет. Бля, он тебе везет вообще. Большой, не очень, маленький, ништяк. Так, идут в палатку. Блять, в палатке все постырили, а? Тут в палатке вообще ничего нет. Я же не буду сок менять. На какой-то арбалет, блядь. О, блин, тут и ты ползаешь, блин. Ну-ка, покажи этот арбалет. Это что такое? Шмаляй его сразу, ебало. О, прикольно. А на него какие патроны, слышишь? Я тебе могу дать, у меня есть патроны. Мини-ВХ? А транквилизатор подходит, нет? Да. Давайте я скину в рюкзак. Обычные стрелы людей не вырубят. Я подзависло. Вот. Слышишь, только транквилизаторы людей вырубают. Да? Да. У меня есть одна обойма транквилизатора. И две мини-ВХ. А просто все, обычные стрелы, они не вырубят. Егор, вроде бы больше ничего нет, да? Все проверили. Все проверили вы? Техник, тут один мудак зашел. Я пришел. А что, это вижу. Блядь. Я вот так же зашел, как ты. Вот здесь справа, слева тела, ну, палатка, там два шлакоблока. И рация лежала, я рацию взял. Я зомби на тебя нагрел. Сука, пиздец. О! В окно. Блять, лес у меня. Я забыл за палаткой прям. Что тут есть? Я за палаткой бегаю. О, ты... Смотрите, ты такой висит. Кстати, вы смотрите, тут еще на траве бывают рюкзаки валяются. Да я вокруг него, вокруг палатки бегаю. О, Макаров. Круто. Блин, я уж обрадовался. О, он меня не видит, Блин, он что, меня спалит, ты что наделал? Ты бич подставил меня. Я вообще стоя хожу, мне похуй. Да не все, они не видят. Я побегал вокруг палатки, все нормально. Ты сидишь, садись. Ты так меня подставил. А где? Возле ящика прессаться на траве? Или возле палатки? Не, возле палаток. Вы пострелили возле палаток, все. Кто? Че, примем его? А не пойдем в мертвый лес, давайте по позиции поищем. А? Конечно, тут нас с мутанты загрызут быстрее, чем мы их. Блин, стой, вот нужно... ничего не получилось. Ломать нужно ящик, они ломаются, нет, блядь. Кто-то писал, что они ломаются. Давай стрельнем. Так можно. И смыться сразу. Бери пистолет. Давай, стреляй все это. Давай, самолет, он же беззвучный. Слышишь звук какой, да? Только эти патроны не трать все. Все, стоп. Ты что, ни хрена? Блять. Блять, ну ёбка походу, у нас пистолет. Он придурок лежит, давай его ебем в голову. Может, давай. Давайте я Сенфилда ебану и скину. Давай. Стой. Сейчас я... Блять, она ёбка. Ой, блядь, мы нахуй всю весь лес собрали, это пиздец.
В ёлку, пацан. У, ёпта. Бля. Спец. Егор, съёмаемся нахуй. Я, короче, в ёлку погнал. Тихо, Егор, забри, забри. Оторвались вроде. Аня, сука, бежит, не говори. Как вы оторвались? Прикольно, да, место? Чё оторвался, прикинь? Ёлку сальку называется. Блин, я там вообще луну так хреново, конечно, было. Классно. Чё, будем ждать Дреда там или еще кого-нибудь? Чё там, Вера? Чё там лутать-то? Жалко, ящики не лутаются. Вообще, ты чё хочешь полутать там? Обижали, это уже никого нет. Там нет пожарки. Кривожополь можно, там пожарка. Кривожополь. Да. Добро.